Дорогие мои подписчики, приехала я на автобусе в микрорайон. Вот этот песик, правая лодка у него была намотана. Он горячий даже у него. Дыхание горячее. Сейчас я вызову такси и повезу его в Армавир, потому что ему нужна помощь. Лежит он уже с пятницы, никому не нужно, только Ирина Евгеньевна ходила, ставила ему уколы противовоспалительные. Больше ни один человек не захотел отозваться. Вот так вот. Песик килограмм 12, наверное, на вид. Ну что, друг, поедешь с нами? Поедешь в больницу? Ночует он в доме, потому что мне его надо капать и колоть. Приходится тащить его на руках из вольера. Другому никак, собаки на него нападают. И он не понимает, куда идти. В общем, он разлизывает лапку даже через воротник. Вот эти самофиксирующие, которые очень дорогие. Валер, на тебя не напасешься воротников. Мне сейчас даже взять негде. Как тебе не стыдно, а? Такой хороший мальчик. Такой глупенький. Слушайте звуковое сопровождение, которое я слушаю каждый день. Плачет. Не знаю, что случилось с Валерочкой. Сейчас повезу, мой болит. Судороги на лапку. И то мы долго думали, это то или не то. Он с утра еще бегал, он вышел погулял. Я его еще домой не могла загнать. Он живет в доме, потому что он дерется с Бруно. И все, я его закрыла в доме. В обед я с Мишей съездила на кастрацию. И он тоже лежал, но он всегда лежит и ходит гулять только когда я его вытащу, потому что Бруно не дает ему выйти. Легче стало, даже простить он понюхался на быстро и съел бы, наверное, но я пока не дам. Сейчас выясню, что с ним такое.
так сколько их у меня на попечении, это только собаки. Я его так перевязала, чтобы придерживать. Если вдруг начинает падать, что я его подхватила не за шкирку, а вот за вот эту перевязь через лапу. Вот у нас немножко щека припухла внутри.